многие спрашивали, как подключить другой аккумулятор, как сменить его, чтобы не покупать дорогие оригиналы там или что-нибудь такое. Просто старый откусываем. Вот наш коннектор. И берем аккумулятор. Желательно, конечно, рабочий. Вот, например, от сотового. Походу он в ноль ушел. О, подогрелось. Долго лежал просто. Тоже пришлось его стартовать, толкать, что называется. Так, это LG-шки. Можно вообще любой, абсолютно любой аккумулятор, который найдете. Ну, лучше по качеству, не, конечно, какой-нибудь LG, Samsung, Nokia обязательно. Nokia уж это баян у нас в радиотехнике. Популярный аккумулятор. Даже китайцы его ставят везде. Ну, там хорошее качество. А вот от Fly всяких не очень. 3,6 вольт. То, что нужно. До половины зарядился он. Вот как раз у него плюс и минус. То, что здесь вот минус смещен, это не обращать внимания. Лучше потыкайте мультиметром. Иногда он не здесь вот минус. Здесь, видите, а, нет, тоже есть. Вот эти два минуса. А вот эти два плюса получается. Нет, это датчик. Это датчик, а вот это плюс. Ну, короче, можете светодиод взять или чем-нибудь потыкать. Неважно. Вот сюда и прибавляйте. Давайте берем два контакта. Черный минус, красный плюс. Вот так вот их ставим. Все очень просто. Можете даже два аккумулятора поставить параллельно. Тогда будет вообще хорошая емкость. Будет долго держать. Вот замыкать не надо ничего здесь. Вот так вот напаиваем. Вот так вот зауживаем и вперед. Готово. Теперь можно ставить в любой Joyo. Даже этот сломанный будет работать. По крайней мере, моргает. Вот так вот меняются они. Тут, конечно, все заизолируйте, залейте клеем. Будет получше. Надежный контакт. Все, встраиваем в электронику. И так, кстати, можете понять не только в джоях. Вообще во многих вещах, аксессуарах для приставок, для компов, беспроводных джойстиков. Всегда такие штуки стоят. Да и в обычных даже девайсах. Можете какой-нибудь, не знаю, геймбой разобрать и засунуть туда аккумулятор 3,7. Ну, если, например, нет зарядки, конечно, то придется еще платку вот такую докинуть с USB-зарядкой. Можете посмотреть предыдущее видео про смартфон. Собственно, тем мы и занимались там. Плату докинуть, и можете с микро-USB заряжать, которую я здесь отпаял, кстати.